Друзья, всем привет! Мы с вами находимся во вселенной Never Party, вселенной аниме. Давайте посмотрим, что здесь у нас происходит, и возьмем интервью у этого прекрасного парня. Еще один? Добрый день, добрый день. Привет. Расскажи, что у тебя такое за костюм? Это косплей на игру Genshin Impact и Terra-Attack. Интересно. Долго готовил? Готовил долго. Меня позвал, в ноябре я начал собирать, и к маю был готов. А давно увлекаешься аниме? Аниме? С университетских годов только, так. 2018 год. Круто. А твое любимое аниме какое? Аниме не имею такого. Все аниме хороши. Все любишь? Все аниме от души, Джоджо от души. Yeah. Расскажи, как тебя зовут? Меня зовут Егор. У тебя такой необычный сегодня костюм, расскажи про него. Это костюм горничной, но как бы без привязки к данному фандому. Класс, класс. А как тебе удобно ходить на каблучках? Три дня тренировался, ночью выходил, только я выходил в другом совсем женском образе, лишь бы доучиться. Сейчас уже легко в них ходить. А на улице ты также ходишь или ты здесь переодеваешься? Здесь я переодеваюсь. Классно, классно. У тебя очень интересный костюм. Спасибо. Bienvenido a la Siria. Добро пожаловать на Never Party. Здесь можно встретить очень много людей. Особенно таких психопатов, как я. Can I show you all the moves like Jagger? I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. So we have foreigner friends here. Let's ask, what are they doing here? And yeah, this man is from Iraq. From Iraq. Wow. What are you doing here? So it's an interesting event, a very cool festival. I came here so I can enjoy the festival and how I can say it, to get to know other people that have the same interest and hobbies as me. Yeah, that's so cool. So you like anime? Yes, anime and video games. Nice. What is your favorite anime? It's Hunter, Hunter x Hunter. Mm-hmm. Okay. We got you. Спасибо за участие в нашем фестивале. Будем ждать вас в следующих видео. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк.